вторник в Самарской области пасмурно, пройдет снег. Днем минус 1 плюс 1 градус, ночью 2-4 ниже 0. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Сызрани, на небе тучи, в светлое время суток плюс 1, в темное минус 3 градуса, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде небольшого снега, днем 0 градусов, ночью 2 ниже 0, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, днем минус 1 градус, ночью 4 с минусом, юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление пониженное, 732 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.